Всем привет! Сейчас я расскажу, как сделать шкатулки вот с такого заготовка березовый пенек или ствол. Короче, две шляпки берется, потом внутри просверливается насквозь сверлышком по дереву, вот таким шуриком выдержит, нет? Ну, лучше, конечно, дрель иметь. Так, заряд. Ух ты, сдох. Так, надо поменять. Ладно. Сейчас. А еще патрон вот тут нужно замотать изолентной, чтоб туда древесина, а пыль не летела. Кому патрон не жалко, можете изоленту не применять. Вот стопор стоит, сейчас снимем, чипок. Не забываем ставить на сверление. На второй или на первый лучше сверлить? На второй, у нас же регулируемые скоростя. Вот какая штучка крутая. Делал уже на эту штучку обзор. Ну-с, приступим-с. Да, вот эту шляпу сажаем на гвоздь без шляпки. Можно, чтобы шляпка видна. Ну, надо сначала просверлить, чтобы дерево не лопнуло. Ну, или тут. Без шляпки. И вот так будет чпок, чпок открываться. А это на клей посадим. По дереву. О, какая толщина. Все, приступаем. Так, сверло установили и сверлим. Так. О. Лепота. Все, подписка, лайк. Вот так, короче, намечаем. Просверливаем сначала маленьким сверлом, потом побольше по дереву. Сейчас провернем вот что подумал. Красота получается. Вот. Ну, таким макаром высверливаем все. Главное, чтобы заготовка не лопнула. Вот. Кого руки чешутся, то в путь. Как бы так. Еще вот так прошел сей.
Потоньше сырой рожок. Толстый не берет. Ляпота. Ну и так далее. Вот картина начала проявляться уже. И перьевым заводим сверлышком. Ну-ка, полизы бока. Вырвала заготовку. Чпок. Да. А вот это чем обрабатывать? Ну, опилок. Обалдеть. Да. Вот тут помучиться придется. Ладно, дальше обрабатываем. Короче, тут стамеской надо проходить. Мелкой. Стамеску искать. Где моя стамеска? Вот так. Короче, все довело. Дома стамеска из напильника, самодельный, крутой вещь. О, рубал как. Ну а теперь напильником попробую оказываем. Как бы так. Ляпота. Все, короче, напильником прошелся. Шкурочкой мелкой прошелся. Ну, можно лаком покрывать, можно краской, можно воском. Ну, осталось подклеить и гвоздь бить. И вот так открываться будет. Их. Ляпота. Я за всем убрал. Как бы так. Все, наконец-то я доделал свою шкатулку. Вот, склеил дно. Вот тут на сверло присобачил. На сломанное. Гвоздь, неохота было возиться. И берем. Пользуемся. Вся фишка в том, что типа никто не поймет, что это шкатулка. Пенек у него в Африке, пенек. Стоит. Незаметная. Шкатулка. Деньги. Ну и заодно шурик раздербанил. Хотел смазать, что-то он загудел. Наверное, мотор. Но тут смазки предостаточно. Я первый его раздербанил. Вот так. Надо видос снимать, как дербанить шуруповерт Дёльнер. Все, подписка, лайк. Всем пока.